эксперименты? Точно? Окей. Тогда я приготовил для вас... Воду, да. Нигде еще этого не делал. Нигде этого еще не делал. Видели ли Костю Михайлов вначале выходил? Видели, какая у него папка была? Вот так вот, нет. Привет, ребят, ВКонтакте. Давайте, приближайте свои эти камеры. Нет, такого не будет. Но чуть-чуть, чтобы не было, чтобы какой-то умник сказал. Да. Ну и говно. Такого у нас в семье не потерпели мы. Пойдемте, Аркадий Павлович, отсюда. Аркадий Павлович, господи! Ладно, итак, вы готовы? Поехали! Вы готовы? Не слышу! Мы не трой, дай шума! Все, подходило дело так. Кофе, чтобы ты не убежала. Ну, давай, держись. Ну, если давай, секунду, никак не закипай. О, птичка. Прям как будто кофе, он специально такой на тебя смотрит. Тихо, парни, держимся. Я не могу держаться. Держись, солдат. Держимся, он на нас смотрит. Он смотрит на нас. Он отвернулся, пошел. Такой, блин, звездный десант, такой... Плита загажена. Задание выполнено. Вы будете слышать Алена Рашель. Друзья, но вы забываете о том, что передача о моторах связана с... Кто? Харли! Парад программных директоров «Радио Максимум». И у меня в студии человек, который как «Мерседес» в рекламе не нуждается. У меня в студии человек-легенда, который взял меня на «Радио Максимум» в свое время. Билл Козырев, рядом со мной. Добрый вечер. Спасибо большое, Костя. Надо сказать, что ни один из тех людей, которые сейчас нас слушают, не может себе представить, чего тебе стоили эти розыгрыши. Потому что никто сейчас на радио так не работает. Костя работал 5 утр с звоном кому-нибудь, кто купится на его глупую шутку. Спасибо за глупую. А еще, говорите, если объяснить, то у нас было удивительное порождение прогресса под названием картридж. Я думаю, что никто даже не может это себе представить. Это было еще до появления компакт-дисков. Это были такие магнитные пленки, которые были намотаны на маленькие коробочки. И на одну пленку входила ровно одна песня. То есть эту песню нужно было ставить. Там звучало что-нибудь типа там Depeche Mode или там Status Quo, You and the Army Now. И самое главное было, что они доматывались автоматически на начало. То есть это пленка, да, самое главное было, когда диджей вынимал эту кассету, не перемотывал. Да. И дальше ты говоришь, ну а сейчас у нас свежая новая группа под названием Faithless. Все мы знаем, что это день, на самом деле, не сегодня, да? Мы просто его сегодня празднуем. С таким замечательным праздником, 25-летием, это огромный просто срок такой, да? И в какое нелегкое время радиостанция начала, да, свое вещание, наверное, мы все представляем себе это. Насколько было это сложно. И глядя на то, сколько пришло сегодня сюда народу, как все горячо и хорошо встречают артистов на этой сцене, как поддерживают, я могу сказать с уверенностью, что это успех. И с этим поздравить хочу самое главное «Радио Максимум», потому что на сегодняшний день оставаться успешной радиостанцией — это очень сложно. Вот, но вам это удается, ребята. Поздравляем вас! Yeah.
Мы от всей души поздравляем с днем рождения радио «Максимум». Крутое радио, да? Но никто не просил нас об этом, честное слово. Мы просто любим этих людей. Мы, в принципе, знаем даже все глаза. Знаете эту песню? Это да. Вы кто знаете песню? Это да. Сейчас узнаете.